вас по телевизору видела. Мой папа – медийное лицо. И ничего-то вы не боитесь, Алексей Константинович. А мы такие. Я в этом кресле 7 лет сижу, так что пуганые. Тихо, забери свои подарки. Все, все, нам ничего тихо, тебя не нужно. Тихо, уезжай. Скажу вам честно, что в нашем климате заниматься орхидеями, да еще такими коварными, как литофиты. Помоги мне вырулить из этого тупика.